Попытки правящей коалиции сократить время обсуждения этой темы лишь только показывают, что то, что мы говорим, вам очень не нравится. Но придется слушать, потому что тема чрезвычайно важная. К великому сожалению, форма доклада господина премьер-министра вызывает у нас определенное разочарование, потому что она не сдержанная, грубая, временами это недопустимо. Я имею в виду и сегодняшнее выступление, и то, что было, то, что мы слышали в прошедший четверг. И иногда складывалось впечатление, что это кто-то другой заканчивал такой престижный вуз, как МГИМО, а не господин Лянко. Мы понимаем, что все, что мы говорим, вам не нравится. Мы понимаем, что вы хотели иметь другую оппозицию, более покладистую, конструктивную, в кавычках, с которой можно было бы договориться по всем вопросам без проблем, которая не мешала бы вам заниматься имитацией реформ, сомнительными сделками, делить страну по указанию за рубежа. Нервозность и несдержанность наводят на мысль о том, что вы, господин Лянко, в глубине души понимаете, что делаете неправильное дело. Вам это не нравится. Я даже не исключаю, что вы сокрушаетесь по тому поводу, что ваша репутация, ваш авторитет вынуждены сжигать столь бездарно на защите деятельности правящей коалиции. Вы можете сколько угодно оправдывать ваши действия, однако есть вещи, которые не могут не тревожить. Первое. Подавляющее большинство экспертов и наблюдателей считают эти посты предпосылкой к установлению настоящей границы. Второе. Мы вас предупреждали, что приднестровская сторона использует это для того, чтобы обосновать свои действия в отношении границы. И это произошло, как вы знаете. Далее, третье. Западные дипломаты в кулуарах подтверждают, что все, что происходит с этими постами, это есть утверждение и установление фактически границы. Известно, что на этом настаивает Европейский Союз. Но зачем это нужно Молдове? Уважаемые господа, Китай никогда бы не вернул бы себе Гонконг, если бы действовал подобным образом. Великобритания не удержала бы в своих границах Северную Ирландию, если бы устанавливала подобные посты где-нибудь, скажем, у Белфаста. Россия не смогла бы подавить очаг сепаратизма в Чечне и на Северном Кавказе, если бы следовала тем советам, которые ей давали в Европейском Союзе. С другой стороны, есть другие примеры, которые показывают, как государства, выполняющие все требования Европейского Союза, к чему они приходят. Например, Югославия потеряла Косово. Югославия потеряла Косово. Кипр разделен на две части. Кипр разделен на две части. Есть страна, которая безропотно и до последней буквы выполняла все распоряжения Европейского Союза, к чему она пришла. Это я имею в виду Грузию. Уж кого-кого можно было обвинять в том, чтобы она меньше всего не прислушивается к советам, выполняли все, что от них требовали, все, что требовал Евросоюз. В результате потеряли территории, в результате потеряли перспективу сохранения территориальной целостности. Вы, господа из правящего альянса, идете по этому же пути. Уважаемые депутаты, мировой опыт свидетельствует, если то или иное государство не способно в настоящий момент решить территориальную проблему, целесообразно ее отложить для того, чтобы в будущем, в более серьезных, более благоприятных условиях можно было это решить. И, конечно же, вы не должны усложнять задачу тем, кто придет к власти после вас. Не думайте же вы, что вы пришли к власти на десятилетие. Вы критикуете партию коммунистов, но именно при партии коммунистов был создан план по урегулированию, именно при партии коммунистов более 300 тысяч человек из жителей Приднестровья приняли гражданство Молдавии. Если сейчас спросить, сколько приняли гражданство за последние 4 года, наверняка это считанные единицы. В заключение, это сокращаю доклад свой, в заключение. Правительство не выполнило резолюцию, которая была принята, постановление, которое было принято парламентом 21 июня. И поэтому наше требование об отставке абсолютно обосновано. Придет день и час, когда за все содеянное вам придется держать ответ. Уважаемые господа, загляните в Конституцию. Пункт 3
Конституции... 10 секунд. Статья 3 Конституции указывает на то, что территория Молдовы неотчуждаема. А то, что вы делаете, это есть шаг к отчуждению территории Молдовы. Придет день и час, когда за это придется держать ответ. И уверяю вас, господа, ни Запад, ни Европа, ни Америка вам не помогут и вас не защитят.